спортивной жизни Волжска произошло значимое событие. 1 августа состоялось первое тестирование нового футбольного поля на территории Марбум-арены. Для проверки качества игрового поля было принято решение организовать товарищеский матч между ветеранами футбола и давними соперниками – командами «Волга» и «Ракета». Стоит отметить, что в составе одной из команд принял участие главный инициатор строительства нового футбольного поля и генеральный директор акционерного общества НЦБК Александр Сташкевич. Сегодня прошло тестирование, то есть закончено строительство футбольного поля. Оно планировалось как тренировочная площадка для занятий детей. Значит, и сегодня проводилось тестовое испытание. По-моему, оно прошло удачно. После того, как будет проведено тестовое испытание, мы еще проведем несколько здесь контрольных встреч, и после чего будет подписан акт и официально принято в эксплуатацию футбольное поле. Каждая команда состояла из 13 человек, где только лучшие из лучших. Это победители, призеры и участники чемпионата Марийской АССР разных лет. Я, например, играю впервые на таком поле. Сейчас уже между собой обсуждали, что были в это время такое же поле, как сейчас поля, совсем была игра. Играли мы, конечно, на кочках. Игра, я думаю, что смотрелась с обоих команд. Временами комбинации были довольно интересные. И чувствовалось, что еще есть какой-то порох в пороховницах. И мастерство, оно присутствует у игроков. А поле, оно прекрасное. Я думаю, что оно даст очередной толчок развитию футбола в городе Волжске. И не только в Волжске, но и в республике. Благодаря Александру Михайловичу Сташкевичу в нашем городе появилась еще одна тренировочная площадка, которая соответствует всем требованиям тренировочного поля. Поэтому очень прекрасно, что у нас это будет способствовать развитию детского футбола, наверное, в первую очередь. По словам Александра Сташкевича, идея создания футбольного поля с искусственным покрытием, которое предназначено для спортивных тренировок, пришла еще в прошлом году. Такого рода спортобъектов, чья необходимость достаточно велика, в городе не существует, так как поле имеет ровную и однородную поверхность, долговечность и минимальную травмоопасность. Это идеальное футбольное поле, на котором можно отрабатывать технику владения мячом. Здесь подушка сделана из щебня трех фракций, и наверх нанесено уже искусственное покрытие. Значит, с резиновой крошкой, которая имеется в городе Волжске, оно с естественным покрытием, и когда сухое лето, там, в принципе, играть очень сложно. Данное футбольное поле шириной 59 метров и длиной 98 метров предназначено в первую очередь для организации занятий детских секций, для которых уже сейчас составлено расписание. Также здесь будут тренироваться футболисты ФК «Волжск» и работники «Марбум-комбината». Торжественное открытие нового игрового поля планируется провести уже в конце августа. А пока сотрудниками Марбум-комбината запланированы дополнительные мероприятия по его тестированию. Только после всех проверок будет подписан акт сдачи всех работ и данный объект введут в эксплуатацию. Татьяна Дуборкина, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск, 24.